Зима – это холод и стужа, но праздник согреет сердца. И если вам кто-нибудь нужен, пусть рядом он будет всегда. На улице небольшой минус. До конца зимы еще долгих 2 недели. И кто же придумал именно в это время отмечать один из самых теплых праздников? 14 февраля – День всех влюбленных. Сегодня я, ваш проводник по городу, Женя Павловна, расскажу вам несколько интересных фактов о 14 февраля и предложу, как можно провести этот день. Факт номер один. 14 февраля начали отмечать совсем не в России, а на Западе. Соответственно, там таких морозов нету даже зимой. Факт номер два. В России есть несколько аналогов этому празднику. Например, День семьи, любви и верности, День Петра и Февронии и День Ивана Купала, как это ни странно. Факт номер три. В Бийске меккой для влюбленных считается именно вот этот вот пятачок со скамейкой и памятником. Факт номер 4. Отмечать праздник мы постараемся как можно более бюджетно. Ведь бывает так, что мы совсем к нему не готовы. Например, возлюбленного нашли только на днях или по другим причинам не успели. Значит так, нам понадобится телефон, можно даже без палки для селфи, возлюбленный и фотограф. Человек, проходящий рядом, вам точно так же может помочь. Стандартно для мест фотосессии можно выбрать несколько мест. Традиционным это является памятник Петру и Февронии. Молодые, новобрачные, молодожены, все соблюдают эту традицию. Говорят, что, потерев за пальчик Петра, молодым, новобрачным и молодоженам вы обретете счастье. Поэтому хотя бы эту традицию я советую не нарушать и соблюдать. Но пошли тереть за пальчик. Сереж, маленечко вторую ручку, обнимай или за локоток держи, и головку прям прижимаешь к Жене. Замечательно, замечательно. Я считаю, что нам повезло. Город, в котором мы живем, на самом деле оснащен разными достопримечательностями. Сейчас мы находимся в старом центре, в старом городе. Посмотрите, какие цвета у здания. Они на что на телефоне, что на фотоаппарате, они будут замечательно переноситься. Мои модели, они здесь. И сейчас я вам чуточку расскажу про позировки. Совершенно не обязательно заканчивать какие-то курсы или еще что-то об этом знать. Достаточно добавить побольше любви, чувственности и всего-всего, что у вас сейчас играет. Можно вас попросить? Что у нас? У нас есть телефон. Давайте именно вот эти ставни, эти замечательные ставни, мы на них сейчас сделаем акцент. Женечка, иди ко мне, моя хорошая, на передний план. Еще хочу сделать одно замечание, что бывает, даже не замечание, что бывает разница в росте. Это совершенно не страшно. Это можно исправить, если не наличием каблуков, то наличием правильно подобранного ракурса и позы. Жень, ты сейчас стоишь на первом плане. Сереж, ты подходишь сзади Жене. Ты подходишь сзади Жене и ее обнимаешь. То есть ты маленечко к ней присаживаешься и обнимаешь ее, чтобы ваши лица были рядышком. А можно точно так же маленько подурачиться и посмеяться. Очень хорошо, когда молодые могут побегать, да? Мы сейчас побегаем. Что мне от вас нужно? Вы бежите, на меня не смотрите. Колени старайтесь поднимать как можно выше. Сережа, так-так, ты глава семьи. Я хочу, чтобы ты бежал первым. Это символично. И тянул за собой Женю, как балласт. Все. Замечательно. На счет три. На счет три. Вы это делаете. Сейчас я включу в вашем телефончике. Да, замечательно, побежали.
взять можно в объект не только конкретно это здание. В старом центре очень много замечательных, поистине красивых зданий, которые еще остались и сохранили свою красоту. Это здание мы взяли как пример, а сейчас мы отправимся в другую частичку нашего города. Следуйте за нами! Свежий воздух, тишина, белочки – все это главные фишки нашего леса Наабы. Он станет местом для еще одной нашей фотосессии. Кать, какие нам нужно учитывать здесь? Мы побывали в трех местах нашего города, сделали акцент на памятники, на здания и на живое, на самое живое, что может быть, на природу. В лесу контраст, то есть можно невооруженным взглядом, без какого-то даже... без элементарных навыков фотографирования увидеть коричневые стволы, зеленый верх, зеленые листья. Но самое замечательное – прийти в лес после снегопада, когда на деревьях, на ветках, то есть они приобретают еще и третий цвет ко всему этому. Это самое замечательное, что может быть в лесу. Здесь есть тени, мы можем спрятаться от солнышка. Также мы можем выйти на солнышко и получить достаточно резкие, яркие фото. То есть в лесу можно обыгрывать по-разному снимки. И он в любое время года прекрасен. Что осенью желтый лес, что летом. Последние дни зимы мы должны запечатлеть абсолютно максимально. А что для нас зима? Это кидание снежков. Вот самое наипрекраснейшее, что может быть, и Женя сейчас и делает. Обкидывает своего мужа. Ну а что мой совет вам? Проводите самое главное День Святого Валентина с любимыми людьми. И будьте счастливыми, обещаете. Факт номер 5. Неважно, сколько вы потратите на праздники, главное, что вы проводите время с действительно любимым и дорогим человеком. Женя, ты кого прыгаешь? Вы же в кадре. Я в кадре? Да. Жень, давай по-бюджетненькому. По-бюджетненькому? По-бюджетненькому. Снимаешь? Молодец. Да. Зима – это дыщ-дыщ-дыщ. Говорят, что, потерев за пальчик Петра, молчать? Нет, говори. Ты что?